Все. Пошли. Вы права не имеете так делать. Вставай. Без законного представителя вы ничего не имеете делать. Вставай. Давай. Неповиновение мне оказал. Мы поехали в спецприемник. Все. Для специально законным представителем ты сейчас поедешь. Снимай. Слышь, Сеню, позови Сеню. Сеня, иди сюда. Сеня, слышишь, смотри, что делаешь. Смотри, что делаешь. Братан, тормози, я его отвечаю. Вы ребенка трогаете, вы что делаете? 16, есть у нас. Ему 14. Какие ему 16? Отпустите. Отпустите его. Ты что такой? Какая разница, что это такое? Отпустите его. Все, пошли его порнуть. Вот за значок ты у меня. Это что за беспредел-то? Пошли. Пошли. Значок сам упал. Пошли. Вы что тут устроили? Пошли, я сказал. Бегать будешь? Погонное отдел, это самый пустой. Мы в курсе, что его засудить уже может. Мы можем вас засудить. Я вас суп подам. Все, пошли. Я вас суп подам. Чей? То, что ему нет. Ему нет 16. Его. Во-первых, во-вторых, хотят забрать без законного представителя. И в-третьих, это рукоприкладство. Он просто заявляет. Его мама может пойти и заявление написать. Он на вас это... заявление напишет. В натуре. Проверишь, что наберешь. Нет, с какого пала мы должны его проверять. Сейчас все будет оформлено. Мы на вас заяву напишем. Будем оформлять то, что вы 14-летнего заломали. Ты не волнуйся, все будет оформлено. Ты не волнуйся. Что будет оформлено, это мне не надо. Ну что, ты будешь сидеть? Да. Пошли, твой велосипед? Пойдем проверим. Пошли. Мы все сняли. Оставь. Что делаешь? Забирай велосипед, меня маленький, вот выпей за него. Я уже не могу.